В агентстве Айлин пришло время для работы с клиентом Авида Автомотивом. Кто-то пишет сценарий для съемок новой автомобильной рекламы, в социальных сетях компания движется вперед, но только а вот обратная связь компании не очень хороша. В конце концов выбрали сценарий некой ранней пташки из города Коней. Интересно, кто же эта ранняя пташка? В районе организована специальная вечеринка в честь Османа, который снялся в рекламе напитка. Аплодисменты, поздравления. Что же сделать Музафер, чтобы не сходить с ума от ревности? Он ставит для себя новую цель – стать актером. А кто же будет победителем этой войны между Джаном и Санем, которые не могут держаться подальше друг от друга? А насладиться очередной, а именно 14 серии турецкого сериала «Ранняя пташка» на русском языке вы сможете уже 6 октября. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.